Привет! У меня в руках полотно для сабельной пилы Hammer RS-BL7. Это высококачественное полотно от знаменитого немецкого производителя Hammer. Расстояние между зубцами 4 мм, длина полотна 30 см, толщина 1,5 мм. Полотно предназначено для пиления древесины с сучками и гвоздями толщиной от 5 до 250 мм, а также труб и металлических профилей диаметром от 3 до 12 мм. Полотно очень удобно для выполнения чистовых резов. Оно изготовлено из высококачественной биметаллической инструментальной стали, что делает его прочным и долговечным. Вес полотна всего 165 граммов, в блистере 2 штуки. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественный инструмент.